Всем большой привет! Извиняюсь за свое долгое отсутствие, на то были свои причины. Сегодня хочу наверстать уже упущенное и рассказать вам, что же происходило со мной за последний месяц. Возможно, какие покупки я сделала, какие-то отзывы о них оставить. И кому интересно, то давайте начнем. Первое. Помните, я рассказывала о том, что я самый несчастный человек на свете, которому единственному не приходят интернет-заказы. Но, бинго, наконец-то, с сентября месяца свои покупки, которые я делала, они наконец-то в январе мне пришли. Пришли все, кроме одной. Ну, про нее я вообще на самом деле уже забыла. Вот, и, наверное, расскажу я вам первое, что мне пришло. Это iHerb. Причем пришел заказ не первый, который у меня потерялся самый. Он до сих пор его нету. И, мне кажется, не будет. Сказали, что иностранные покупки рассматривают до 2 месяцев заявку. У меня срок годности, если честно, уже, мне кажется, все кончится. Пока не найду. Странный человек, но после того, как я сделала первый заказ на iHerb, он не пришел. Я думаю, нет, такого не бывает. Всем приходит, мне единственный не приходит. Что-то тут не так. Наверное, те бутылки, которые... То есть у меня в первом заказе были большие бутылки, там, с жидкостью. Я думаю, возможно, из-за них не прошло. Не знаю, в чем тут причина. Закажу что-нибудь полегче и посмотрим, придет или нет. Заказала я в 20-х числах себе небольшой заказ. И 8 января примерно мне позвонили с почты. Да, позвонили и сказали, что у нас нет места. Пожалуйста, придите, заберите. Либо мы куда-нибудь это отправим и так далее. Я говорю, окей. Все, я пришла, забрала. Ну, в принципе, там сколько... 2 недели шло с учетом праздников, мне кажется, это быстро. И сейчас я расскажу, что же мне пришло. Первое, наверное, расскажу, это вот такие конфетки. Ничего интересного. Обычные кэнди, леденцы, органические, масенькие, со вкусом разных фруктов, ягод. Вот так они выглядят. Очень-очень милые. Но знаете, что здесь такие есть конфетки, которые половинчатые. Я их уже научилась различать, они тут разные, темные, светлые. У них есть, у некоторых такой своеобразный вкус, что прям глаз хочется выколоть, но просто не пойми что. Вот. А другие конфетки очень-очень, кстати, классные, вкусные. Такой огромный пакет, по-моему, стоит $7, что ли, может даже меньше, не помню, не буду врать. Натуральные, вкусные, кидаешь с собой сумку всегда, что-нибудь, если хочешь перекусить, там, либо укачивает кому что. Очень здоровский, то есть я бы себе такую вот пачечку, может быть, больше еще бы заказала. Второе, что я себе заказала, это были вот такие вот бары. Я и в Москве, в принципе, такие люблю на завтрак употреблять. Вот, 2 пачки одинаковые. Это вот у меня клубника и голубика. Они, ну, просто вкусные маленькие батончики, не могу сказать, что они прям супер классные, именно вот эта вот серия, что-то меня там сильно удивило, понравилось. Вот так они выглядят, у меня осталась там штучка, вот так они выглядят. Наверное, их самый огромный плюс, что они совершенно органические, в них не содержится всякой гадости, не жирные, то, что надо. Как мне муж сказал, что я самая больная, по-моему, человек на земле, кто заказывает себе продукты питания через интернет, через с Америки, если можно здесь сходить и купить. Но я хочу подчеркнуть, что с iHerb я всегда заказываю то, что мне не горит, то, что мне хочется попробовать. Когда это придет, я не сижу, не трясусь над этим. Это просто такие, знаете, какие-то шалости, которые хочешь знать, как там, что там происходит, что едят люди, что есть еще в мире, кроме того, что у нас. Потому что действительно у нас ничего нет в магазинах. И последнее, что мне понравилось, это вот такой незабываемый для меня теперь вкус. Это микс ягод, немножко другой он. Daily Free, Nut Free, то же самое. Gluten Free. Что могу сказать? Написано, что это ягодный микс, да? На самом деле для меня это... Мне показалось, что это со вкусом халвы. Но халвы не такой вот, как обычно в нашем понимании халва, а халва с каким-то вот привкусом, но не ягодным. Слушайте, это так безумно реально вкусно. Он очень маленький, вот совсем, да, с моей полладошки меня занимает. Вот такой он масенький. 28 грамм, но это так вкусно. Слушайте, я прям себя останавливала, чтобы не есть его как трактор. Я такой, знаете, легкий фанатик всяких моющих средств, чистящих, которые не разъедают руки, вообще не сушат. Ничего, то есть я такой вот ищу всегда что-то для дома. И что же я себе заказала на iHerb? Я себе заказала grape free, это у нас
О, господи, это для посудомойки капсулки такие, 24 штучки их здесь, вот так они выглядят, со вкусом апельсина. Мне, к сожалению, одна пришла лопнутая, но ничего страшного, вот в таких они пакетиках. В принципе, да, зачем тоже это заказывать, у нас все это продается. Но хочу сказать, что я не люблю этот химический запах, который даже в самых дорогих капсулах, которые у нас продаются. Да, я знаю, есть со вкусом лимона, еще с чем-то разный, но там химия, вот это вот все, что есть, она выбивает этот запах, когда открываешь стиралку, все время такой прям запах химии, вот порошка какого-то. А тут действительно пахнет апельсином, как в пачке пахнет, так и когда ты постирал, там открываешь, пахнет тоже так же вкусно. То есть это мне вот, честно слово, понравилось. Посуда, соответственно, как она моет посуду, могу сказать, что у меня она справляется с тем объемом, что я нагружаю там, и она с этим справляется. И второе, это же, конечно же, для... Много у кого уже достаточно наслышано там, об этом было. Это у нас тоже из этой же фирмы для цветного белья, для стирки цветного белья. Тоже в капсулах. Кидаешь, открывать не надо, просто... Могу сказать, что со вкусом, запахом гордении. Вот этот у меня. Хочу попробовать новые запахи. Этот немножко резкий для меня. Вкусный. Но его, если вот когда постираешь белье и развесишь его, он для меня лично, мужу вот моему нравится, всем нравится, а мне немножко такой рисковатый. То есть, правда могу сказать, что здесь, когда ты, запах, который изначально я чувствую в пачке, он сохраняется даже после того, как после стирки. То есть, запах, ну, вот запах 100% гордения, очень здоровский. Но меня немножко душит. Вот. Хочу попробовать новые вкусы. Стирает отлично, каких-то там нареканий на это средство тоже нету. Это то, что касается iHerb. Больше я, в принципе, себе там ничего не заказывала. Мне все пришло. Супер, довольна, но, соответственно, будет альтернатива где-то найти это еще. Я обязательно в Москве буду это заказывать. Итак, следующее, о чем я хочу рассказать. Как ни странно, это гель для душа, который я себе открыла, который я полюбила. И я просто без него теперь не могу никуда. Запах мне не надоедает уже на протяжении месяца. То есть я обычно люблю кучу разных запахов, чем-то пользоваться, менять. Но слушайте, вот этот я прям влюбилась, он очень здоровский. Это от Bath Body Works. По-моему, в декабре была акция «Купи два, третий в подарок». В общем, купила два одинаковых, один вот такой, просто мельком взяла. Два вообще уже не пользуюсь, они очень... Ну, не очень так, у меня они уже там лунный свет, что ли, как так называется, не очень классный для меня. А вот этот называется Enrichi de Karité. Оставлю внизу, 88 миллилитров. Мне обидно, что я все как не приду, его нету в большой банке. Вот у меня он есть, в маленькой, но большой его нету. И он такой вкусный. Просто если у вас будет такая возможность, я внизу... Можете, обязательно попробуйте, понюхайте вот этот запах, он очень нежный, он какой-то сладкий, вкусный, нежный, не цветочный, не знаю, как его описать, но он очень здоровский, вот, это вот гель для душа. А, про заказы, да, еще, это то, что мне пришли мои заказы с сайта Choices, наконец-то. Качеством я, в принципе, довольна, но заказывать еще раз там я, скорее всего, не буду, потому что, ну, все-таки... Долго, настолько долго, извините меня, что я прям уже прям расстроилась, если я заказывала пальто и кофту. Пальто осеннее, когда я заказывала в сентябре, ну месяц, ну полтора я закладывала, но не придет, что оно придет в январе. Оно мне пришло в январе, слава богу, в январе был дождь, я успела в нем походить. А так, в принципе, я понимаю, раз на раз не приходится, но вещи, ну правда, ну кофточки, да, там, если меня что-то, в принципе, зацепит, я могу себе заказать, но что-то иное, какие-то там плащи, куртки и так далее, ребят, я очень завидую вам, что все быстро приходит, а мне нет. Ну и надо вам все-таки показать пальто, как оно выглядит. Это вот такое вот пальто, вот, желтого цвета, оно достаточно длинное, фотографию вам вставлю, как оно на мне выглядит. Очень классно, честно, вот, оно вот такое, как будто валеное. Очень здоровская, мне очень-очень нравится. Вот, и вот такую кофточку я себе заказала там же, такой полицейский. Очень такой классный, мне нравится лук, вместе смотрится очень так миленько. Это, честно сказать, покупками я довольна. Мне понравилось, но еще раз повторюсь, что все-таки вот ждать по 4 месяца, там, по 3,5, это, наверное, ненормально.